Девочки, вынесла свой рождественник. Он достиг неимоверных размеров. Вынесла в тамбур. В общем, не знаю. Поставила его на коробку. Сейчас пока тепло. Пускай, думаю, здесь поживет. У меня уже места нет в квартире. У меня столько много вазонов больших. Но он, конечно, шикарный. Не знаю, у нас кругом видеокамеры. Ну, на первом этаже. Надеюсь, никто не соблазнится на эту красоту. Здесь рядом окошко, неработающий мусоропровод. Рядом окошки. В общем, слушайте, место осваивать и осваивать. Осваивать и осваивать. Тут можно вообще по неработающему мусоропроводу пустить хою в виде лианы. Но есть одно но. Здесь тонкая стена, здесь не отапливается зимой. Здесь холодно. В общем, пока будет жить здесь. Не знаю. Посмотрим. Исчезнет, не исчезнет завтра. Я просто коробку перевернула, сделала ему пьедестальчик. Поставила его так. Ну, а если кто-то на него и соблазнится, ну, ради бога, будет жить у новых хозяев. Главное только, чтобы не из-за горшка. Знаете, как бывает, растения выбрасывают, а горшок, ну, забирают. Вообще, вот такой красавчик. Тут у меня со смокотиком подкормленный. Девочки, мне просто дома уже некуда его ставить. Я сегодня все утро ходила с ним по всем комнатам. Не знала, куда его приткнуть. На шкаф его поставить. Там темно. Ну, наверх надо, чтобы он свисал. Ну, я думаю, что где-то, наверное, в конце октября, в ноябре я его, конечно, если он тут останется, я его заберу и занесу. Вот в тамбур возле квартиры поставлю. Ну, посмотрим. Но там подсветка. Он не зацветет. В общем, будет он здесь пока в теплую погоду стоять. Все, друзья мои, всех обнимаю. Что скажете вы? Как думаете, останется он здесь, нет? Ну, кто на рождественник может спокуситься, а? Хотя в наше время все может быть. Ему здесь просторно, не то что у меня там в уголочке на березке. Здесь ему прям шикарно. Я бы, сюда, конечно, вынесла бы еще пару вазончиков. Ну, посмотрим. Но все равно потом придется заносить, потому что в мороз здесь холодно. Смотрю на свой замиокулькас. Ой, надо помыть его. Тот, который хромающий. Смотрю, новая стрелка. Вот она, видите? Я его толком не поливаю. Ну, так влажновато чуть-чуть. И вот новая стрелочка пошла. Вот так вот. Чем меньше его поливаешь, тем лучше он растет. Хочу, чтобы он нарастил. А то здесь вообще такие вот несчастья. Я его залила в прошлом году. Вот такой вот он у меня. Красавчик. Огромные стрелки. Ну, он, конечно, не такой красивый и большой, как остальные. Но уже процесс пошел. Чем меньше в него льешь, а он на кухне у меня стоял, я постоянно в него то после орхидеи наливала. Короче, я его залила, он сгнил. Такой несчастный стал. Это деленка от моего большого. А есть у меня, я вам показывала еще один. Вот такой красивый. Красавчик. Девочки, мне тут есть что вынести в коридор. Ой, а что здесь такое? Так, а что здесь такое? Цвести надумала или что это? Что-то засохло. Так, девчонки, не видно. Не видно. Ой, я его не вытяну. Такой огромный. Так. Сейчас, на свет. Боже. Я вам показывала эту стрелку огромную. Так, еще ж он там собрался растить.
Но стрелка это может упасть. Включила подсветку. Видите, мало света. Вот такое расстояние между листьями. Боже, а лист, смотрите, какой. У замякулькаса. Сумасшедший. Так, если бы было тепло в парадной, я бы все повыносила. Крупное. Так, а что, что у него такое там было? Да, этот цветонос. То бишь этот решил цвести. Ну вот так вот они у меня цветут. Видите, какие у него стебли. О, такие классные, девчонки. Толстые такие. Прям вообще налитые. Красавчик. Там если достать, там уже корней наросло вниз. Его надо пересаживать. Ну, еще у него тут место есть, куда стрелять. Он тут жирует, у него тут осмокот. Собрался цвести, надо же. Ну, вот он такой был у меня маленький, хиленький. А потом его как понесло. Как понесло? Ну, вот это вот, конечно, странно большая выросла. Вот, смотрите, какая огромная. Я вам показывала уже. Красивая, но огромная. Да. Вот они растут, все цветы. Этот фикус тоже. Ой, девочки, нет сил. Что-то фикус начал листья бросать. Это у него бывает. Жарко ему. Лето жарко. Бросает листочками. Ну, ничего страшного. Картон тоже уже скоро завалится тут. Когда-то они были в маленьких горшочках. Теперь это огромные. Огромные взрослые растения. С меня ростом. Ужас. Ужас и кошмар. Вот я, девочки, стою. Вот кротон. Вот так вот. Вот мое плечо. И вот. Вот он. Вот такой высоченный. Представляете? Вот такой огромный кротон. Ну, считайте, 1,50 м у него сейчас высота. Я в Турции видела, они вообще громадные. И этот. Боже, что с ними делать? Спасите, помогите. Ну, нельзя быть красивой такой. Нельзя быть красивой такой. Так. Вот так. Слушайте, это невероятно. Мои заросли, тут уже скоро реально будет не пройти, уже не пройти. Что делать, караул? Пыталась продать хвои, никто не хочет тросточки. Девочки, вы что, разлюбили хвои? Берите тросточки. Так, где там уже корешки на хвоях. Слушайте, вот так, действительно, вот так надо его завернуть. Тут не работающая морозильная камера. Пока не стабилизируется ситуация со светом, со всем, с нашей жизнью. Не буду ничего морозить. Так, что ты падаешь? Ты меня тут вообще решила. Сейчас буду что-то думать, как-то его зацеплю. О, красавчик. Этот пропадает. Усыхает. Ну, высохнет, будет там пенюк торчать. Пусть усыхает. Что-то пошло не так. Новый вырастет. В год может 1-2 вырастить замик. Девочки, вырастают замики большими. Так что, кто покупает, имейте это в виду.